Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, профессор Курсика не смогла лично приехать в Москву и прочитать свой доклад, поэтому вместо нее это делаю сейчас я. Вот в таком не самом удобном формате, наверное. Тема доклада профессора Янины Курсика – «Семантема воды и камня в латышских дайнах». Несмотря на то, что текст одной латышской дайны в большинстве случаев объемом состоит всего из одного четверостишья, количество письменно зафиксированных дайн составляет более 1 миллиона. И почти во всех текстах дайн прямо или косвенно упомянута вода в какой-нибудь своей ипостаси, будь то река, море, озеро, родник, ручей, роса, лед и так далее. Не менее многочисленны в дайнах и упоминания камня. По этой причине и понимая, что невозможно объять необъятное, в своем докладе я буду касаться в основном текстов из корпуса мифологических дайн. Вода – это основная субстанция в космогонических и антропогонических деяниях. Как иронизировал в свое время эмигрантский прозаик 20 века Аншлавс Эглитис, цитата, «Общеизвестно, что вся живая тварь родилась из воды. Самыми последними из нее, как кажется, вынырнули латыши, так как они до сих пор употребляют поговорку «тури жаунус», то есть «прикрой свои жабры». Как свидетельствуют мифологические дайны, из воды выплывают, то есть рождаются небесные светила – солнце, месяц, луна, звезды. Потом их появление и уход происходят циклично. Так солнце ежевечерне на золотой лодке проплывает 9 морей, чтобы найти себе ночлег среди моря на камне на конце золотого тростника – «Виде юрень вирск акмень, зелтен едру галыне». Несколько пояснений к данному тексту. Формула «среди моря» в мифологических дайнах обычно обозначает место перворождения или повторного рождения, а также земную ось – аксис мунди. Иногда вместо камня фигурирует остров среди моря – «виду юра салыня», символизирующий первоземлю. Цитата. Зину-зину бетнетейкшу, кур саулити нактый гуль, юриня салиня, зелта нидрес галиня. Знаю-знаю, но не скажу, где солнце ночью спит, в море на острове, на кончике золотого тростника. Обращает на себя внимание и формула объемом в одну строчку зину-зину бетнетейкшу, знаю-знаю, но не скажу. Данная формула довольно часто используется в дайнах космогонического или антропогонического содержания. Получается как бы несоответствие обещанному. Кто-то говорит, что не скажет, но тут же при этом рассказывает. По-видимому, дело не в том, что рассказывает, но в том, что говоря не говорит прямо, а намеками, выраженными в символах. Те, кто знают все наверняка, как яствует из текста дайн, это божества. Цитата. «Зин девенис, зин лайменя, кур саулит инакты гуль, виду юра салыня, сауса недрес галыня». «Знает Бог и знает лайма, где солнце ночью спит, среди моря на острове, на кончике сухого тростника». Довольно часто в мифологических песнях место ночевки солнца обозначено 3 поясняющими деталями. А. Среди моря, Б. На острове, и В на кончике тростника, или же А среди моря, Б на камне, В на верхушке дерева. Камень в данном случае символизирует статическое, а дерево и тростник – динамическое начало, остров – первоземлю. В свою очередь, 9 морей, которые ежевечерне преодолевает солнце на золотой лодке, символизируют представление о мифологическом пространстве, состоящем из 9 отдельных частей или кусков. В море на камне почивает не только солнце, но и бог света, бог светящегося неба Девс. Цитата. «Юс ляутин незенет, кур девин шнакты гуль, видус юра пиак меня, балтаюс и путыняс». «Люди, вы не знаете, где Девс ночует, среди моря у камня в белой пене». Среди моря на камне происходит и первая битва между богом и чертом, где Девс, то есть бог, представляет сторону света, светящегося неба, а Велнс, то есть черт, сторону тьмы, ночи и подземелья. Цитата. «Сасатыка Девсар Велну, виду юрос уз акменя, кажу цинни брику браку, зобин тыни шмингу шмагу».
Не только небесные светила происходят из воды и погружаются в воду, но и дети рождаются из воды или в воде, нередко, как и солнце, вырастая из тростника, который растет среди моря. Цитата. «Курту ауги смук спуйсити, кас эстеви нередзею, эс изаугу юриня, залис нерез галиня». Перевод. «Откуда ты появился, красивый парень, что я тебя не заметила? Я вырос в море на кончике зеленого тростника». По другим вариантам Дайны, парень вырастает под тростниковыми корнями. Цитата. «Курпуйсит ту изауги артик ялку валу одыню, эс изаугу юриня земнедрешу сакните». «Где, парень, ты вырос с таким прекрасным языком? Я вырос в море под корнями тростника». Тростник в латышских космогонических и антропогонических сюжетах изоморфен лотосу в индийской или египетской мифологии и символизирует рождение или первое появление, а также мировую ось. Типологические параллели напрашиваются здесь, например, и с армянским мифом о появлении бога грома и молнии Вагна или Вахагна, рождающегося в Пурпурном море из красного тростника. Латышские антропогонические, как космогонические представления во многом связаны именно с водой. Иногда в Дайнах это иллюстрируется намеком, который современному читателю не всегда понятен, как, например, в следующем тексте. Приведу пример. «Даут смазу пэдэню упите смала, та смазу бэрнэню ноты калятас». Перевод. «Много маленьких следов вдоль реки. Это следы маленьких детей». Иногда рождение ребенка из воды преподнесено в виде риторического вопроса. Цитата. «Вай ляуте не рэдзиет бимантеев смаму линя, вай свена истецею из зиля эзриня». «Люди, видели ли вы, были у меня отец и мать, или я одна родилась из глубокого озера?» Часто рождение ребенка представлено как рыбная ловля в реке, в озере, а новорожденный и его пол названы иносказательно, путем упоминания рыбки мужского или женского рода. Цитата. «Упит тецея пирц паккаля, тур теру раудиня стур асаришус, асару стердам нотеру раудиню». Перевод. «Речка текла за баней. Там я удил плотву и окуней. Удя окуней, поймал я плотву». Намек на акт рождения здесь содержится уже в упоминании бани. Раньше это было местом приема родов. Плотва в латышском языке женского рода, а окунь – мужского. В цикле мифологических песен о свадьбе сыновей Девса на дочерей Саулы имеются тексты, где женихи названы окунями, а невесты – плотвой. Небесная свадьба, как и рождение небесных светил, и рождение как таковое, чаще всего описано иносказательно, как в процитированном выше тексте. Но существует одно «но». Из текста непонятно, кто ловит рыбу из воды, он или она. Рыбная ловля, понятно, занятие мужское. Но в данном случае, если речь идет о родах, можно предположить, что самой ловлей занимается повитуха. В других аналогичных дайнах эта повитуха названа старой матерью. Пример. «Эс рэджу вэцу маати па упмали звэйойот, са звэйоя ман падити, ах судраба ду курити». Перевод. «Я видел старую мать у реки, удившую рыбу. Поймала мне крестную на серебряной удочке». Часто пол вылавливаемого из реки ребенка угадывается по орудию труда, который выплывает или вылавливается кем-то из воды. То есть, опять же, ни одним словом в тексте не упоминается, что речь идет об акте рождения ребенка. Пример. «Упенеса лигу одама балт лину эркулите, тэц масаня удэни нотер лину эркулите». «Река несла, покачивая, белую льняную кудель. Спеши, сестричка, в воду, поймай льняную кудель». Кудель – это принадлежность придения и женской работы, а значит, новорожденной девочка. В другой дайне, из реки Даугавы выплывает плуг, значит, речь идет уже о мальчике. Пример. «Эс рэдзю Даугава зэлта арку лигуя, сит вилнити малиня, тэбус дайлинш арайнш».
Перевод. Я видел в Даугаве плыл золотой плуг. Волна, вынеси его из реки, будет у нас красивый пахарь. По-видимому, аналогичные представления о рождении ребенка в воде должны быть и в текстах литовской традиционной культуры. Фиксируются они и в славянском фольклоре, а именно на территории Полесья. Так, в сборнике «Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья» в статье Людмилы Николаевны Виноградовой «Полесские формулы о происхождении детей» среди прочих описан сюжет «Ребенка приносит вода». Незначительную по объему группу составляют формулы, в которых средой появления младенца называлась вода – речная, озерная, болотная, дождевая. В качестве наиболее характерных выступают здесь глаголы «ловить», «поймать» по отношению к субъекту действия и «плыть» к объекту вылавливания. Конец цитаты. К сожалению, в рамках данного краткого сообщения нам удалось лишь частично раскрыть проблему функционирования семантем воды и камня в данных космогонического и антропогонического содержания. Латышский мифологический мир воды и камня, безусловно, не уникален, но интересен и разнообразен в деталях. Параллели ему мы находим и в литовском фольклоре, и в текстах мифологического содержания других народов. Это каким-то образом, полушутя или полусерьезно, можно сказать, успокаивает. А именно, хотя латыши, как свидетельствуют фольклорные данные, и последними выплыли из воды, все же они похожи на всех других. Может быть, пришло время радоваться не уникальности мифологических представлений своего фольклора, а общности и схожести. Мы похожие, и мы можем понять друг друга, во всяком случае, судя по фольклору. Спасибо за внимание. Конец доклада. Я по сути вопроса я не отвечу. Да? То есть, на самом деле, конечно, это надо специально смотреть просто. Да? Но мне очень доклад очень понравился. Мне показался очень содержательным. Как раз очень порадовало вот это замечание о поисках параллелей. Да? Параллелей в... И обращая вот это внимание не столько к уникальности, сколько к общности сюжетов и мотивов. Это, мне кажется, очень ценно в этом добавить. Я могу здесь добавить еще одну параллель в русском фольклоре, хотя это и в такой как бы, достаточно поздней частушечной форме. Но вот в деревне Байкальской, это на севере Байкала, это достаточно давно я записал такую частушку. Под Байкальским мостом рыбка плавает с хвостом. Девки ловят и едят, за время тратят. Это вот как бы очень достаточно. Чего они девки? Девки ловят, это можно да едят. Да. Девки ловят и едят, за время тратят. Это достаточно близко к тем некоторым текстам, которые сейчас будем рассказывать. В этой связи я скорее даже не литовский могла бы сказать, а славянский сюжет, потому что одна из самых популярных песен славянских, это, конечно, про то, как девушка на гору шла и поймала рыбицу, ну и далее. То есть сюжет, конечно, вот того, как девушка поймает рыбку, то это, конечно, очень широко известен сюжет. Здесь вот он был интересен тем, что там еще появляется повитуха, вот это интересная деталь, которую еще не знал. А имею отношение к латышам, но к фольклору, чистая любовь с детства, и вот критиковать я не могу, могу только упиваться всем сказанным и сказать, что на фоне прослушанных фольклорных вариантов, да, мне показалось все-таки, что латышский фольклор более нежный. И от того, что мне так хочется, ну, там больше приятного, там встречаются девушки, там встречаются парни, там какая-то сквозь воду просвечивает любовь. Вот. Мне это очень понравилось. Но вот от того, что я художник любимец, я так и хочу. Банечки, значит, все было хорошо. Ну и я, конечно, не буду вас утомлять своим таким совершенно неквалифицированным выступлением. Я хочу сказать большое спасибо литовскому обществу, что
состоялось такое знакомство с латышской культурой, что действительно все существует и в книгах, и в тайнах, и вот наш хор есть по России, наш хор Талова, он не распался, он такой же большой, такой же приятный, такой же многочисленный, с богатой, как сказать, богатым репертуаром латышских песен, национальных песен. Там есть много литовских песен в этом хоре. И они ездят за рубеж. Вот сейчас они только будут собираться поехать опять в Латвию. И только что они были в одном из городов здесь, в России. И везде прославляют и вас, и нас. И, понимаете, невольно получается вот такое приятное, незабвенное. А мое участие там такое, что я как художник вот делаю костюмы национальные, чтобы у них был хор национальных костюмов, и чтобы у них был хор костюмы. И чтобы у них для классического репертуара, который они исполняют совершенно необыкновенно, очень богатый репертуар, начиная от духовных песен, кончая современной, кончая глубокой классикой, все народно известные, да? Но опять вернусь к началу, что я очень благодарна вашему обществу, которое, любовью которого и вниманием я пользуюсь уже много лет. Вот, Кристина подтвердить. И самый мой проводник – это Тамара Нолита, которая меня тормошит, тащит меня всегда. Она самая хорошая, она самая интересная. Я прихожу и всегда вам благодарна. И теперь всем этим латышам ленивым расскажу про вас. И, в общем, расскажу, как все будет прекрасно. Я вам очень благодарна. Еще могу добавить, так он действительно такой объемный, вызывающий много воспоминаний и аллюзий. Можно еще добавить всем известный сюжет из сказок о том, как детей вылавливают из моря, из рек, да, начиная там, ну, Пушкин, наверное, тоже обработал сюжет, как бросили на ворота, да, и очень много и литовских сказок, и русских, и на славянских, да, детей, брошенных в море, вылавливают из моря. Можно считать это такой фольклорной обработкой того же самого мифологического представления «Дети зимы». Ну, наверное, во всех традициях есть слова толкования. Видеть рыбу в беременности или там рождение ребенка. Меня больше всего поразила такая мелочь, но показательная мелочь, как называние повитухи в латышских тайнах «старая мать». Дело в том, что в словацком старая мама, старая мать – это бабушка. И, естественно, бабушка, она же есть повитуха, бабка повитуха. И вот такая замыкание круга лексического, языковеды меня поймут, вызывает такую радость. Ну, спасибо еще раз за такое. У меня на основании двух докладов, которые только что прозвучали, сложилось впечатление, которое, наверное, сейчас каждый подтвердит, что вот мировой мифологии, с одной стороны, мы имеем архетипичность, о чем сейчас говорилось в последнем прекрасном докладе, а у Натальи Михайловны прозвучала уникальность. Ну, все законно, все на своих местах. Поэтому, исходя из того, что я вот сейчас сказала, мне родился запоздалый вопрос Натальи. Ну, естественно, вы задумывались о том, почему перенесены свойства реки, тянущей на камень, который стал инвалидным и так далее. Вы задумывались, вот от чего такая уникальность родилась? То есть вы просматривали глубже это, например? Спасибо. Мне можно, да? Ну, я не знаю, что значит глубже, тут я боюсь надеянной. Дело в том, что я во многом отталкивалась от идеи Татьяны Владимировны, высказанной в ее книге «Движение путь балканской Магдалины
том, что и Владимир Николаевич Топорова была такая идея, да и к Дарвину, в сущности, восходит, что река и речь имеют, если не непосредственную этимологическую связь, строго лингвистическом плане, то, во всяком случае, какую-то глубинную мифопоэтическую связь. И в этом смысле это у него универсальное. То, в чем балканская модель мира отходит от этого классического, это не есть некое противоречие или некий свой путь, а это какая-то рекомбинация уникальных этих элементов. И поэтому к немоте, как противоположности речи в связи с рекой, мне хотелось добавить то, о чем писала Татьяна Владимировна в своей книге, мне хотелось добавить, что в плане несоотношения река и мозг, как переход, движение и в этом смысле имплицированная речь, а в плане соотношения вода и камень, движущаяся вода, у Татьяны Владимировны противопоставление было настоящая вода, как немота, и движущаяся вода, река, как речь. А дело все в том, что тут возникает в связи с камнем и водой дополнительное распределение, что ли, так сказать. Потому что при немоте, при немоте моста по отношению к говорливой реке возникает и оппозиция, как речь камня по отношению, речь камня, который антропоморфизирован, он используется как строительное средство, он осмысляется, как привезенный откуда-то, как участвующий в процессе строительства, значит, ему придано некое движение. И в этом смысле он противостоит реке как чему-то более... То есть тут, понимаете, тут бесконечный калейдоскоп соотношений вот распределительных вот этих вот дополнительных признаков. Вот в чем состоит эта уникальность, которую можно рассматривать своеобразным мозаиком значений, которые обращены все к тому же глубинному смыслу, глубинному органическому пласту, как и все остальное. Это некая рекомбинация, которая еще больше усиливает наше понимание какой-то архетипической классической комбинации. Ну, в смысле, потому что постоянно. Я хотел задать отсюда вопрос о существующем докладчику. Что меня удивило в этих докладах? Отсутствие птицы. Вот сам я живу в Латвии, я прекрасно чувствую, как вода и камень связаны птицами. Птицами, да. Водоплавающие птицы очень удивительны на камнях, потом они, как и местные жители, ловят рыбу. И вообще они наполняют этот пейзаж шумом, звуками, что Латышин вообще, наверное, молчаливый довольно и неговорливый, но отсутствие птиц меня поразило. Для меня этот ландшафт без птиц совершенно уже другой. Рыбы, да, но рыбы молчат. Птицы же наполняют какими-то криками, причем экспрессивным отношением к воде и к суше. И возникло сияние, куда делись птицы, куда пропали птицы, и можно ли отсутствие птиц истолковать как значимое отсутствие. Больше ничего не могу сказать. Это где? В Латвии, на Балтике? Нет, в Латвии, да на море. На море, на реках. Куда же чайки? Нет, я говорю в фольклоре, в этом, который мы слушали, ни одной птицы. Да. Вот так. Они одевались, и меня удивило то, что я, когда выхожу на море, кроме птичьего, чаячьего, вороньего, прочего, лебединого, аистиного, крика и всяких событий с птицами, птицы наполняют страшно воздух вот этого пейзажа. А взрослых тут нету, рыбы, которые общем-то не видно, есть, а птиц нету. Интересно мне, почему это произошло? Громадное количество дай. И Курсите выбрала часть. Нет, может быть, это прекрасный ответ. Но... Как они там дай, то есть так они должны быть, обязаны быть. Да, на мой взгляд, просто без птицы. Но это же мифологические, а что дети, это действительно дети бегают в песку. Это же выбранные. Дальняя форматива, где вода и камень.
Значит, если птица появится, то она, конечно, появится не как реальная птица, она появится как воплощение или какого-то божества, или с какой-то мифологической функцией. Вот в моем воображении, если об этом птица, камень, который похож на яйцо, впрочем, я знаю, да, они составляют некоторое целостное единство. Изъять птицу из них очень трудно. Здесь такое чистое интуитивное мифологическое переживание. Куда делись птицы? Следующая красивая история. Нет, вопрос не... Можно мне сказать? Сейчас возникло замечательное предложение. В следующий раз собраться всем, подготовиться. Теперь это мифология птицы. И мы будем все петь вместе и слушать. Сейчас у нас другая тема. Вода и камень. Поэтому у нас сейчас везде то, что идет разговор. Не о птицах. О птицах мы в следующий раз идем. Прекрасно организована мифология вода и камень. Если вообще войти вот в это, есть простая пословица. Как говорят, вода, камень, точь. Прекрасно. Поэтому мы сегодня услышали то, чего мы не слышали. Ну, как бы в повседневной жизни мы не встречались с такой мифологией, которая нам сейчас преподнесена. Несмотря на то, что многие сейчас ездят по заграницам, ходят на всякие экскурсии и видят действительно, когда гора, камень из-под камня вытекает, как это, источник воздуха. И мы слышим прекрасные рассказы о таких местах. Мы никогда не задумывались о том, что это вообще настолько глубоко, что это мифология. Мы недопонимаем. Сегодня за это вам большое спасибо. Поэтому в следующий раз давайте соберемся практически.